Настольный теннис в Советском Союзе был не просто спортом. Теннисные столы стояли в каждом учебном заведении, на любом производстве, и во дворах можно было встретить игроков и болельщиков. Самара не была исключением. В 1965 году была открыта многовидовая спортивная школа, в которой почетное место занял и настольный теннис. Была, значит, воспитана не одна плеяда поколений известных очень спортсменов, которые защищали честь не только школы Самарской области, но и в составе сборной команды России завоевывали самые высокие титулы и медали. Со временем остальные виды спорта отсеялись, да и самые весомые успехи наблюдались именно в настольном теннисе. Школа была преобразована в школу Олимпийского резерва номер 12 и сейчас продолжает растить новых чемпионов. Гордость Самары – 13-летняя Маша Тайлакова, 7 лет в спорте. В прошлом году выиграла чемпионат Европы, в этом – межконтинентальное первенство. Говорит, победы не всегда даются легко. Работала очень много за счет характера. Вот. Ну, боролась, не сдавалась. Упертая очень. Вот. Борюсь до конца всегда. На тренировках очень много нужно работать. Нагрузка, ну, физически. А на соревнованиях очень много моральных. Ну, как бы психологическая нагрузка очень большая. С 23 февраля по 1 марта в Самаре будет проходить чемпионат России по настольному теннису. Спортивного мероприятия такого масштаба у нас не было с 1971 года. И ученики школы Олимпийского резерва надеются, что достойно представят Самару. Рекомендую заняться, потому что интересная игра. Здесь нужно думать. Очень динамично. Интересно. Все время захватывает. У нас здесь хорошо. Интересный вид спорта. Постоянно занимаешься. Физическая подготовка. И будешь сильным. Приходите в нашу школу. Спорт – это здорово. Марианна Мирная, Павел Пресняков. События.